Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников. Брайс Кэмерон Листон. Родился в 1965 году в маленьком городке в штате Юта. Считает, что его первое желание стать художником сформировалось в очень юном возрасте, когда он гулял со своей матерью, пока она рисовала пейзажи Юты. Я пользуюсь данными, которые мне удалось найти в интернете. После окончания школы Брюс Кэмерон Листон поступил в университет штата на отделение скульптуры. Однако известность Листону принесла не скульптура, а живопись. Работал в студии и литейном цехе мастера-скульптора Эдварда Фраут. Время, проведенное Листоном с Фраутоном, дало ему знания анатомии, которыми обладают немногие художники. И это понимание придает глубину и жизнь фигурам, которые он рисует. В студии Эда я много узнал об искусстве. Забавно, я научился живописи у скульптора. Не думаю, что это происходит каждый день, говорит Брайс. Работы Брайса Кэмерона Листона можно увидеть в больших крупных галереях США. Художник регулярно участвует в национальных и международных выставках, награжден большим количеством престижных наград и премий. Репродукции картин художника публикуются во многих журналах. Проживает в штате Юта со своей женой и тремя дочерьми. Я даже не могу представить себя без живописи или скульптуры. Моя мать была очень талантливой художницей, и я уже вижу, как некоторые из тех же способностей проявляются у моих маленьких дочерей, говорит художник. Быть художником и рисовать человеческую фигуру – вот что меня привлекает. Это будет меня по ночам, это то, что я люблю, и я заставляю себя делать это очень хорошо. Искусство – это моя пожизненная одержимость, удовольствие и мучение, говорит Брайс Кэмерон Лист. Ну вот, так вкратце, все то, что мне удалось найти по художнике Брайс Кэмерон Листон. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.